Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим комплект «Синона» от компании «Инфолайт». Модель «Инфолайт Шоуми» на цоколь H7, температура освещения 4300 кельвинов. Поставляется комплект в фирменной коробке компании «Инфолайт». Давайте рассмотрим, что у нас в комплекте. Гарантийный талон. Две ксеноновые лампы на цоколь H7, мощность их 35 Вт. Они идут в защитных колбах для того, чтобы не повредились при транспортировке. Подключаются на 12 Вольт через вот такие вот два проводка. И к каждой лампе еще подсоединяется отдельный блок розжига. К блокам розжига идут три вот такие вот разъема. Как именно подключаются, далее мы посмотрим. Так, здесь имеется также монтажный комплект. Два двухсторонних скотча и стяжки для того, чтобы можно было блоки розжига, которые также идут, вот такие вот два блока розжига, можно было закрепить с помощью данного комплекта в подкапотном пространстве автомобиля. Вот. Блоки розжига идут стандартные, то есть большие вот такие вот балласты. Материал корпуса металл, герметично заклеенный, пыли влагозащищенные. Блоки мощности у них также, как и у ламп, 35 Вт. Сейчас мы одну ламповый блок подсоединим. Подключения ничего сложного нету. Все подключается индивидуальными разъемами до щелчка. Вот так вот. И у нас лампа полностью готова для того, чтобы подать на нее питание 12 Вольт. Что мы сейчас и сделаем. Лампа у нас загорается, в течение нескольких секунд набирает свою мощность и яркость. Яркости ксеноновым лампам не занимать, поэтому обязательно после установки любого комплекта ксенона в автомобиль нужно корректировать фары, дабы не слепить встречные автомобили, тем более если эта фара идет без линзы. Температура свечения заявлена 4300 кельвинов, в принципе, как мы видим, она такова и есть, световой поток идет немножко желтым оттенком. При покупке на комплект распространяется гарантия. Более подробные характеристики и стоимость комплекта вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.